Светодиодное освещение – это новое слово в освещении городов, улиц, и домов и так далее. То есть сейчас в Казахстане действует закон о энергоэффективности, энергосбережении, который предполагает использование экономичных источников энергопотребления. И светом мы пользуемся все, и в быту, и на производстве, и на улице. И сейчас вот альтернативы светодиодному освещению нет. То есть это наиболее экономически выгодные источники, наиболее полезные для человеческого глаза, потому что спектр излучения светодиодных светильников наиболее близок к солнечному свету. То есть получается, вот здесь сейчас то, что вот, горят светодиодные лампы, они имеют там световую температуру порядка 5-5,5 тысяч кельвинов, это как раз то, что полуденное солнце. Поэтому вот этим направлением все занимаются многие компании, в том числе и наша ИТС Инжиниринг, который является участником специальной экономической зоны. Здесь у нас имеется сборочное производство, где мы выпускаем уже более 20 видов продукции и планируем расширить ассортимент в ближайшем будущем. По сравнению с лампочками накаливания, экономический эффект, то есть по потреблению электроэнергии, от 8 до 10 раз. Не в процентов, а раз. То есть 100 лампочка, которая потребляет 100 ватт светодиодная, может быть заменена лампочкой, которая будет потреблять там 2-3 ватта. Светодиодные светильники не требуют ухода. Срок службы у них там от 10 до 20 лет сейчас вот уже выпускаются. И в течение этого времени практически не требуется затрат. За последние 3 месяца мы в натуральном выражении там порядка 6,5 тысяч светильников выпустили в различных ассортиментах.